Кампания по приему декларации о доходах, полученных в 2022 году, завершается сейчас в инспекции Министерства по налогам и сборам. Кому необходимо подать декларацию и в какие сроки, об этом в нашем следующем материале. В соответствии с законодательством, декларации о доходах обязаны представлять физические лица, признаваемые резидентами Республики Беларусь, то есть те, кто находился в течение календарного года на территории нашей страны более 183 дней. Отчитаться о доходах необходимо, если в 2022 году физическое лицо продало автобус, грузовой автомобиль или второй легковой автомобиль, мотоцикл в течение календарного года, нежилое помещение, вторую квартиру, дом, гараж, доли в них в течение 5 лет. Декларацию подавать нужно в том случае, если продали 2 объекта недвижимости одного типа, например, 2 квартиры или 2 дачи. Если продали разные объекты недвижимости, например, квартиру и дачу, платить налог не нужно. Отчитаться перед налоговой необходимо и тем, кто в 2022 году получил в подарок сумму более 8087 рублей в сумме от всех источников в течение года. Подарки и полученные деньги от близких родственников отражать в декларации не нужно, они налогом не облагаются. Зато обязательно нужно вносить данные, если был получен доход за границей и из-за границы, в том числе зарплата и дивиденды. Декларацию необходимо представить не позднее 31 марта 2023 года. Сделать это можно путем личного посещения налогового органа, отправлением по почте, а также через личный кабинет плательщика на официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, где также можно ознакомиться с более подробной информацией о том, кто должен представить налоговую декларацию, ознакомиться с ее формой и порядком заполнения. В личном кабинете есть возможность оформить проект декларации на основе данных, имеющихся в налоговом органе. Если вы намерены отправить декларацию по почте, то необходимо сделать опись вложения и лучше заказным письмом, чтобы было подтверждение о дате отправления. Дополнительную информацию о подаче деклараций о доходах за 2022 год можно получить на сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь в любом налоговом органе либо по телефону контакт-центра 100 89.